Добрый день, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я выполняю челлендж, который мне передал канал Велес. Моя спонтанная покупка. Итак, в 2018 году я зашла на сайт канадского королевского монетного двора и увидела там очень интересную монету, которая мне понравилась. Она была очень необычна. Я оформила покупку и стала ждать. Но перед тем, как я ее получила, мне пришло письмо на мою почту, где предлагалось оформить подписку на серию этих монет. Я даже не поняла и просто была невнимательна, наверное. И значит, что это серия из трех монет. Серия монет посвящена королеве Великобритании Елизавете II. Трем периодам ее жизни, трем возрастом королевы. Все монеты упакованы вот в такую коробочку. К тому же идет вот такой планшетик для демонстрации этих монеток. Так вот они выглядят. И первая монета, она посвящена принцессе, юной королеве, молодой девушке возраста 13 лет. Монеты выполнены в очень интересном стиле. Это, вы знаете, мне напоминает, вот как когда-то на зданиях, да, выставляли вот такие вот портреты, как скульптурные, вот я не знаю, барельеф или как он называется, не знаю. Итак, на первой монете Елизавета в возрасте 12-13 лет. Она прекрасна, она юная, чистая, невинная девушка. Монета, что меня поразило именно в этой монете, ее исполнение. Вот этот сам барельеф, сам этот рельеф, он выступает над самой монетой на 5 миллиметров. Даже можно сказать, что это, ну, как-то скульптурное решение. Гурт рубчатый, номинал 25 долларов. Тираж монеты 4500 штук. Вес монеты 1/3 унция. И выполнена она в стиле антикфиниш. Вторая монета посвящена возрасту королевы в 45 лет. Здесь уже более зрелая женщина. Мудрая, интересная. Номинал монеты такой же, 25 долларов. Очень красивые монеты. Я просто в восторге от этих монет. Когда я получила первую монету, я ее разглядывала, я просто была в восторге. Я такого никогда не видела, тем более на монетах. Да, вот эти вот, если вы видите, вот три столбика, они находятся внутри капсулы. И они как бы поддерживают, фиксируют монету, чтобы она не двигалась, чтобы она не выпадала, не падала на дно капсулы. И третья монета – это королева наших дней. Уже опытная женщина, мудрая женщина, красивая, ухоженная женщина. Я думаю, что ее любят не только в Великобритании, ее любят во многих других странах. Лично я ее обожаю. Кстати, 21 апреля ей исполнится 93 года. И получается, что она в 53 году она взошла на престол. Это 67 лет, как она сидит на троне. Достойная женщина. Пишите в комментах ваше мнение о этих монетах. Да, кстати, я когда пыталась положить эти монеты в коробочку, у меня открылась одна капсула. И вот вам бонус. Я сняла видео «Монеты без капсулы». И это потрясающе. Это просто потрясающе.
Я не думаю, что вы не согласитесь со мной. Посмотрите, какая прелесть. Я не стала вынимать другие монеты. Это просто у меня случайно так получилось, что я ее... Ну, пришлось мне ее вынуть. Когда Вилес передавал мне этот челлендж, именно он меня и надоумил. Он вспомнил, что на моем канале уже есть, правда, не очень качественное видео этих монет. Итак, спасибо вам за внимание. Пишите комменты, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И будьте здоровы!